Привет всем! Сегодня хочу оставить отзыв о термопринтере X-Printer 365B. Его актуальность сейчас особо высока в связи с тем, что набирает рост популярность открытия магазинов на маркетплейсах. Яндекс, Wildberries, Озон. X-Printer является недорогой доступной моделью для начинающих пользователей. Он поддерживает все необходимые размеры этикеток для маркетплейсов. Для Озона, для Яндекс.Маркета, 75 на 120 мм. Также он поддерживает печать QR-кодов и штрих-кодов для Wildberries. Дополнительным его преимуществом является то, что можно печатать не только этикетки и штрих-коды. Можно печатать дополнительную информацию, осторожно, хрупкое стекло, не кантовать. А также можно на нем печатать свою личную информацию, логотипы, бренды, которыми дополнительно обклеивать товары, какую-то рекламную полиграфию. Скорость печати X-принтера достигает 12 см в секунду. Возможно печать как потоковая рулонная, так и отдельно каждая этикетка. И принтер на паузу ставится. По поводу его устройства, оно довольно-таки простое. Просто загружаются этикетки на втулку. Втулка регулируется в зависимости от размера этикеток. Также простая установка. X-Printer снабжен датчиком позиционирования, он сам определяет размер этикетки. Вам остается правильно на компьютере ввести данные параметры для того или иного маркетплейса. Подключается он по USB, мы его используем как сетевой. С двух компьютеров отправляем на печать. Вот для примера термоэтикетка на Яндекс.Маркет. Как раз она размером 120 мм, ровно 1 секунду занимает время печати этикетки. Никакой краски, никакой заправки, так как это термопринтер. Ничего дополнительного для этого не нужно. Также его можно подключить по сети. Он снабжен разъемом RJ12. Ну и стандартный USB. Простой в обслуживании, неприхотливый. Вот приобретали мы в компании Курспринт. Используем практически 1.5 года ежедневно в больших объемах. Он практически не выключается. Вопросов к нему никаких не было. Всем рекомендую.